спонсор программы «Патруль» корпорация «Роснефтегаз». Это программа «Патруль». Мы рассказываем о происшествиях и ситуациях на дорогах города и округа. Всем здравствуйте. Жителя Губкинского приговорили к 6 месяцам колонии за ДТП. Кроме этого, он заплатил за лечение пострадавшего 300 тысяч рублей. Известно, что, управляя «Мерседес» с полуприцепом, ямалец выезжал с заправки и не уступил дорогу «Тойоте». В аварии водитель легковушки получил многочисленные переломы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Потерпевший более полугода проходил лечение в медицинских учреждениях за счет средств обязательного медицинского страхования. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Потерпевшему возмещена стоимость лечения. В Новом Уренгое задержали автолюбителя-наркомана с крупной партией синтетики. У 34-летнего новоуренгойца нашли сверток. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество – наркотик растительного и синтетического происхождения массой чуть более грамма. Задержанный сказал, что приобрел партию для собственного употребления. За это новоуренгойцу грозит до 10 лет колонии. Возбуждено уголовное дело. За выходные на дорогах округа произошло 23 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 12 сентября в Надыме водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и на большой скорости снес забор и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель госпитализирован. А 13 сентября на нерегулируемом перекрестке водитель «Киа» сбил ребенка. Несовершеннолетний надымчанин получил травмы. В Новом Уренгое водитель «Митсубиси» при повороте вне перекрестка не предоставил преимущества автомобилю «Газель», совершающего обгон, что привлекло к столкновению. Виновнику ДТП оказали разовую медпомощь. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Корпорация «Роснефтегаз» приглашает за подарками и объявляет снижение цен в сети АЗС, АГЗС и на ГСМ оптом. Оперативный контроль качества обеспечивает передвижная независимая лаборатория «Госрегионстандарт». Сдаем в аренду жилые и производственные помещения. Подробности об организаторе по телефону 8 800 100 99 97.